Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы возвращаемся в... Это вторая серия по Хаус Флипперу, второму, который вышел в декабре уходящего года. Мы записали только одну серию, да, дальше было не до этого. Короче, я хотел ее еще где-то на той неделе записать, но не срослось. Я захожу, вообще дико лагает, и... А когда включаешь запись, так вообще игра намертво повисает. Короче, я еще поиграл в GTA, смотрел, что-то тормозить стало сильнее, чем как-то ранее. Я понял, что что-то тут не так, решил проверить компьютер на вирусы. Включил доктор веб, две угрозы обнаружил, вычистил, и теперь работать стало опять лучше. Ну как, работает лучше, но все равно не идеально. Тут даже 30 FPS в игре все равно нету. Игра очень требовательная. К сожалению. И придется так поигрывать. Не очень приятно, конечно, вот на такое вот смотреть. Но хотя бы как-то работает. В принципе, сама графика выглядит неплохо. Единственное, вот эти вот прокрутки будут не очень красивые. Значит, что нам надо? Как у нас там на тап? Давайте перейдем к этим, к семейному дому. А, нет. Это на продажу. Сообщение. Что у нас по сообщениям? Только здесь что-то есть. Снова привет. Спасибо за помощь. Опять этот же пишет. Или нет. Спасибо за помощь в прошлый раз. Ты отлично себя проявил, и у меня есть для тебя еще одно задание. Я помог подруге купить дом, и ей, кажется, не помешает помощь с распаковкой вещей. Прикладываю ее письмо. Перенаправленное сообщение. Привет, Том, дом просто супер, он такой уютный. Я давно так не приезжала. И так давно не приезжал, что забыл, как это муторно. Откуда у меня вообще столько вещей? Может нанять кого-нибудь, предложить распаковку на чужие плечи? А что это за идея? У тебя есть человек на примете? Крепко обнимаю, Джун. Понятно. Это компашка, комбо, блин, лентяев, похоже, каких-то. Которым лень самим распаковывать вещи, лучше уж потратить бабки на кого-то другого. Потратить бабки на того, кто сможет это сделать. Мне кажется, это не сказать, чтобы это было сложно прям. О, блин, ну, конечно, даже максимум 30 FPS, и даже 30 FPS они не выдерживают. Так, ну, во-первых, уборка мусора. А, это надо мусорный пакет сразу вот так вот. Сразу вот так вот. Бумс. Еще вот этот. Бумс. Пусть открыто будет на всякий случай. Значит, по заданиям, что нас просят? Я так и не понял, что надо сделать. Не знаешь, что дальше? Ничего страшного. Тебе поможет чувство флиппера. В комнатах ярко-желтым тебя жду задания. Попробуй нажать Q. Сюда положу, оно тут мешает убирать грязь. Так, ну грязь убрал. Тут на крыльце вроде убирать больше нечего. Открываем. Алло. Да. К вашим услугам. Ну, окей. Во-первых, почему ты разговариваешь со мной на «ты»? А во-вторых, почему твой возлюбленный не занялся бы этим? Ладно. Хорошо, раз так нужно. Sorry again for the extra work. I think I'll leave you to do your job now. Thanks for your help. Bye. Ну, я не буду, наверное, зачитывать эти перевод. Это мусор, наверное, а не грязь.
Грязи я тут больше не наблюдаю. Давайте другие комнаты посмотрим. Может, здесь вроде тоже нету грязи. И здесь грязи. Нет, надо, короче, переключаемся на уборку мусора. Что это за кусочек говна лежит? А это тоже мусор, вы хотите сказать? Немного как-то странно. Забавно, есть калькулятор, причем да, с детализированным дисплеем, но на кнопках ничего не написано. Так, ну да, это мусор. Всякое говно любит наш народ. Бонусное очко. Окей. Так. Мусорные пакеты теперь помещаются гораздо больше мусора. При этом они все же прочнее. Окей. Заплесневелые пиццы всякие, что ли, тут. Ёшкин ты кот, а. Грязное белье. Тот, кто продавал... этот дом. Неужели не удосужился? Зачем он, интересно, грязные вещи тут оставил? Или оставила? Тут, скорее всего, жила женщина или девушка. Судя по раскраске дома-то самого. Так, все. Кончилось место, походу, выбрасываем. Блин, я перепутаю кнопку постоянно. А чё она не поднимается? Это не мусор? Почему проценты не показываются, сколько я убрал мусора? А, тут... Ой, а, там, видимо, уже убрано. Ну, не проценты, а сколько осталось. В первой части по процентам было. Я долгое время играл в первую часть, а вот во вторую я вот второй раз и захожу, собственно. Так, тут мусора нету больше. Здесь убирать нечего, вот здесь есть что убирать. А здесь есть мусор? Тут, здесь мусора нету. Да, е-мое, опять перепутал. Так, берем теперь эти. Вот эти мешки тоже. Тоже их выбрасываем незамедлительно. Так. Так. Сюда положу, что нечего на дороге валяться. Распаковать коробки. Так, открыть. Вытянуть. Ага. Ну, я так понимаю, вот тут это должно стоять. Вытянуть при... А, еще. Впечатляющая система. Еще одна. Ну, вот здесь. Пожалуйста, без проблем. Закрыть. И она исчезает волшебным образом. Да. В общем, так. Блин, надо... Надо передвинуть вот это место вот сюда. Запись бандикам, я что-то не подумал. Я забыл, что у меня эта камера должна слева быть. Вытянуть предмет. Ой, вытянуть предмет. Вытянуть предмет... Вытянуть предмет. Так, где еще коробки? Вот. Что вообще такая за фирма? Move. Это типа можно это
вообще что угодно заказать и могут даже все в одну кучу в коробку положить. Хоть микроволновку, хоть миксер, хоть вообще что угодно сразу, хоть вообще даже что-то не из кухонной утвари. Ставим сюда. Так, и что здесь? Ну и книга, собственно говоря, поваренная. И еще где-то одна коробка. А, вот она. Что внутри? Вот такая фигня. Такая фигня. И ножик. А, ну еще напильник. Только для него места нету. Как развернусь? Вот так. Не, мы до конца дело доведем. Только что еще сделать надо? Здесь-то вроде все сделано. Так, распаковать коробки, да. Туалетная бумага. Ну, сюда кладем. Сюда кладем. Много же бумаги влезает. Убрать. Вторая коробка. Уточку. Уточку здесь. Что она сюда не ставится? Вот так. Закрыть. Так, это все вот сюда. Нет, коробочку в эту надо все. Большая сильно для коробки этой. Так, что за почему бумага тут валяется? Сюда ее ставим. Это сюда. И бумагу эту тоже вот сюда. Что-то застревает. Мышка, провода мышки. Здесь у нас что? А что тут надо сделать? Убрать эту табличку? А что от меня требуется? Я не понял. Может что-то продать надо? Продать надо. Вот это продаем. Это, а вот это не продается уже. Задание. Так, что по заданиям? Мусор убран. Это убрано, это в этой комнате только. А может на заднем дворе еще что-то есть? Нет. Только в одной комнате пишет, как что делать. А, вот тут я что-то... А, я тут за коробки забыл. Так, вот это свеча. Пусть тут стоит. Часы. Часы куда повесить? Часы надо, наверное, вешать над дверью. Картина. Картина пусть будет, ну, вот здесь, например. Еще одна картина вот здесь будет. И еще одна картина вот на этой стороне. Закрываем, убираем коробку. Так, что здесь? Книжечка. Куда книжечки будем ставить? Тут. Про чё книжки, кстати? Нерассказанная история про Стрэнджер, что ли, про незнакомца или, ну, коряво тут написано. Чё-то пролез тут. И еще одна коробка, чё внутри? Вазочка, ну ё, она сюда. Это что-то... А это что за хрень? Пусть тут стоит, я не знаю, что это такое. А, это подставка под вот эту штуковину. А, нет, это не подставка, это отдельно все ставится.
Ну ладно, сами дальше разберетесь, куда ставить. Все, на этом проект закончен. Shift, Enter. Я зарабатываю столько. Да, 3 звезды. Выполняем это дело. Так, хорошо. Что мы будем дальше делать? Вот надо бы домом, наверное, заняться. Вот эту ветку вообще... Почему нельзя вот эту ветку никак убрать? Она же мешается. Это не является за мусор. А, можно продать. Давайте-ка продадим какие-то вещи еще раз. Вот это вот нафиг надо, вот этот нафиг надо вообще. Так, мешающаяся ветка, слава богу, теперь не будет мне досаждать. Да. Это не собачья будка, а компостер такой вот. Это тоже убрать. Вот это нафиг вообще. Я не знаю, сколько может стоить мухомор и грибы эти. Вот по 5 монеток. Это как-то нелепо. Вот эти вот... Вот это дряхлое всякое тоже убираем. Но эти кустики пусть будут пока. Вот дерево. Вот пень. Пень я, наверное, и уберу. И ветку эту тоже. А пусть знак пускай стоит пока. Ладно, на улице от лишнего вроде пока избавились. Внутри дома что им у нас имеется? Мы в прошлый раз, по-моему, от лишнего много чего избавлялись. Ну, думаю, домом займемся попозже. Пока надо заняться заказами. Тап. Сообщение. Новое сообщение опять отсюда же. У меня для тебя... Так, вот это... О, мне вот этот домик, мне что-то больше нравится. Выберем, наверное, это. Привет, у меня сосед недавно съехал, вместо него поселился мой брат. Но спальня в ужасном состоянии, я просто не могу пустить его туда, пока она в таком виде. Можешь привести ее в порядок? Я даже не знаю, с чего начать. Как жаль. Один я только, видимо, знаю, как все делать. Ну ладно, ладно. Хорошо, попытаемся что-нибудь сделать. Раз вы у нас такие вот... Так, во-первых, кто-то слишком как-то дрифтил, по-моему, тут в гараже. Либо по грязной дороге кто-то... Не, скорее всего, в гараже какая-то была сильная грязь потом. Ну да. Что-то тут протекло, видимо, из машины. И вот так вот он поехал. Так, ладно, приступаем к уборке. Начнем с мусора. Бумаги все эти, газеты валяющиеся, блин. Подсказка там опять. В книге, я так понимаю, написано. Еще что-то... А, вот. Окей, мусор собрали. Убрать мусорные пакеты нужно. Хотя, по-моему, нас это не просят. Но, тем не менее, мы сделаем это, пожалуй. И надо поставить вот этот мусорный бак. Нормально. Так, а теперь приступим к уборке. Здорово получается.
Вот, замечательно. Вот теперь гораздо приятнее стало смотреть. Дальше продавать. Я думаю, колеса дряхлые эти продать. Шины, не знаю, правда, кому они нафиг нужны. Читать. А что, дублировать можно что-то? Ну-ка, подождите, как? В процессе игры у тебя появится возможность разблокировать три дополнительных режима. Кроме продажи предметов, дублирования предметов, копирования и вставка стиля предметов, изменения стиля предметов. Ничего себе. Ну-ка. Дублировать. Это сделать такой еще один, но это но это стоит денег, я так понимаю. Давайте продавать будем. Вот, пожалуйста, отмена. Отмена, отмену можно сделать? Окей, неприкольно, интересный режим. Так, закрыть гараж можно? Так, ладно, теперь идем мы в дом. Подождите, тут второй этаж, что ли, сразу идет? О, господи, вот эта дверь. Не, подождите. Я чуть не пойму. Нет, тут что-то есть, по-моему. Как сюда войти? Только с этой стороны, что ли? А, это с гаража просто. Какой-то дом такой себе, если честно. Первый этаж — это просто гараж. Какой-то необычный выключатель немного. Ладно, идем на второй этаж. Потому что первого тут как такового и нету. Ужас, какой мусор. Сколько мусора здесь. И грязи. Это отвратительно. Какой... А, мусора здесь нет больше. Или может тут есть. Нету, не, нету. Чистим, чистим теперь грязь. Так, нет, первым делом надо вот эту вот дверь убрать. Это вообще просто ужас какой-то. Это как можно было так... Вот смотришь на вот этот дом, на вот эти все рисунки, и складывается ощущение, что хозяин или хозяева бывшие просто люто ненавидели этот дом, блин. И просто его уничтожали. Потому что на это смотреть невозможно было. Где еще грязь? Я не вижу. Я больше грязи-то не вижу. Или нас что-то другое требует. Нас продавать. Я постоянно путаюсь до сих пор. Чего продать-то надо? Ну-ка покажите. Продать тапочек и куртку. А, это... Да, я не обратил на это внимание. Так, ладно. О, господи, блин! Алло. Hi, Steven here. The unfortunate owner of the house you've agreed to clean. So, how are you doing? You're still up for the job, right? Or did the garbage dump in my roommate's room scare you off? Ну, похоже, меня ждет непростая задача. Ну, я вижу. Вот и я задаюсь этим вопросом. Ты хочешь сказать, что где-то в доме может быть спрятана микроволновка? Почему вы не забрали ее раньше? Ясно, ясно.
Ну, ясно, ясно, понял. Я уже нашел микроволновку, вот она, похоже, лежит. Да, 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 хорошо. А вообще, вы должны научиться давать другим отпор. And in the end, it turned out okay, right? I mean, Jack won't cause me any more problems. The mess in the bedroom is the last one, and it's taken care of. Thank you for that, and for the possible recovery of my microwave. Have a nice day. Так, микроволновку на кухню поставить. Так. А, это не микроволновка. Так, ну первым делом я, пожалуй, уберу эти плакаты. И зачем ему знак стоп вообще надо было сюда ставить? Много вопросов к предыдущему владельцу будет. Ну как, к нему-то он на них уже не ответит, он все продал. О господи, еще и окна грязные. Это ж как надо было комнатой пользоваться, чтобы так ее загадить, да и даже окна так запачкать. Что нас еще просит? Продать компьютер? Вы хотите, чтобы я... А, мониторы тоже продать. Компьютер продать. Чайник продать. Все продать, что ли? Цветы. Вы хотите, чтобы я все продал? Нет, а, это мусор. Там какая-то игра была настольная, наверное, А телевизор не надо. Телевизор он решил себе оставить. Этот. Это все мусор, который выкидывать надо. Так, закройте, пожалуйста. Мало ли придется еще. Еще 4 чего-то осталось. Пока не... Ящик... Тарелки. Мышка. Тарелка. Чего еще? Коврик и... Еще что я... А, все. Я все продал. Убрать мусор. Вот обязательно. Тут вообще что-то с мусором перебор, я бы сказал. О, господи, как можно было так все загадить? Ну, я сам офигеваю, хотя это игра. Как можно? Какой дебил тут? Какая свинь? Какой свинтус тут жил? Какой свин? Какой хряк тут вообще жил? Это как можно было так все засрать? Так. Висит в воздухе. Нет, заканчивать еще рано. Мусорный пакет потом надо выкинуть будет. Что-то я больше мусора тут не вижу. Может, мне подскажут здесь, что из мусора есть? А, нет, не подскажут. Я что-то не понимаю, что тут из мусора еще я не доделал. На полу я не вижу ничего. А, может, в ящиках что-то лежит, а я их закрыл? Да, точно. Так, закрыть. А, замечательно, я не могу из-за ящика теперь... выйти. Дверь открыть. Не мог. Так, ну-ка идем, выбрасываем это все нафиг. Так, ну и, конечно же, надо убрать всю эту отвратительнейшую грязь. П
Потому что в этом просто опасно, в этом просто противно находиться. Так, и окна. Естественно. Незамедлительно моем. Да, надо мыть так, чтобы сверкали. Так, открыть можно? Пусть проветрится от такого ужаса. Пускай проветрится, и да, отвратительно. О, ну прекрасно, наконец-то спальня в полном порядке. Что еще нас ждет? В других комнатах есть чего-нибудь? Здесь нету. Тут... О, господи, какая тут грязь. Немедленно вычищаем. И тут тоже мусора хватает. Что-то я... А я пятен-то больше не вижу что-то. Тут пятен больше нет, по-моему. Ну, по крайней мере, я не вижу. А, вот пятна, господи, на полке. Вот, хорошо, все сделано, завершаем заказ. А, Shift плюс Enter нажать надо. 3009 монеток зарабатываем. Что ж, неплохо, неплохо получилось. Принять. Так, давайте на сегодня закончим. Сейчас посмотрим дом. Что можно с домом сделать. Что как дому надо будет. А это чистить можно, нет? А, можно. Хорошо. Потому что такая грязь отвратительнейшая. Вычищаем это все незамедлительно. Это не чистится. Это, наверное, как-нибудь на это потом надо будет чистить, видимо. Она и так вроде чистая, а это не чистится. Листья чем-то другим надо убирать. А так снаружи, в принципе, вроде все в порядке. Так, ну, обязательно надо будет менять здесь обои. Обои эти некрасивые. И к тому же тут нет части обоев. А, тут еще и грязь, оказывается, есть. Вот еще грязь. А тут еще есть вот такие вот куски от обоев. Окно можно продать, но окна с окнами ничего не будем пока делать. Мусор. Наверное, надо будет всю эту мебель нафиг... Так, стул
почему стул так стоит? Надо, чтобы он вот так как-то стоял. И вообще, для кого стул? У нас... Это стул для детей, и у нас детей нету. Давайте продадим эти стулья, они нам точно не нужны. Старые дряхлые шкафчики. Скорее всего, их тоже продадим. Это я продам, это мне точно не надо. Ладно, в общем, заниматься домом будем, когда, наверное, заработаем 10 тысяч хотя бы. Начнем сейчас в 8, я думаю, еще одно задание, и можно будет уже приступать к нашему дому. А пока что давайте закончим. На этом все. С вас и Кос подписался. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на логовый канал Субадирубу ВКонтакте. И всем пока.